Алло. Алло, здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Меня зовут Дана, и я представляю компанию FOTEAM. Как ваши дела, как настроение? Блин, нормально, пока не сдох. Вы как сами? Отлично, я рада. Я так понимаю, у вас есть пару свободных минут, чтобы пообщаться, верно? Блин, я же маску одеваю, нужно зайти в магазин. Вы мне перезвоните минут через 5, вот, я постараюсь вас заблокировать. Отличная идея, конечно, но вы не хотите зарабатывать хорошо? Не, это просто на самом деле, если есть лишние деньги, блин, высылайте, я сейчас карточку, ну, скажу номер, вот. А так хорошо, нет, это... если вы скинете себе на банковский счет $100, мы вам еще дадим $100. Не, вы мне просто скинете $100, и все, блин, отлично, спасибо. Но ведь просто так, вы сами понимаете, ничего не бывает. Эх, вы, походу, не были, ну, или, это, не выросли в 90-х. Хорошо, ну вот смотрите, вы бы хотели зарабатывать на финансовом рынке? Это, я же говорю, перезвоните мне через пару минут. Здравствуйте, Валерий Русланович? Нет, а что вы хотели? По этому номеру возможно слышать Валерия Руслановича? Нет, ну что вы, он сдох уже давно, как, наверное, 2 года. Хорошо, всего доброго, до свидания. До свидания.